Друзья, всем привет! Вот мы работаем в квартире 63 метра квадратных. Потолки из гипсокартона в двух комнатах. Натяжные будут в коридоре, в гостиной и в прихожей. Сейчас идут малярные работы. Плюс работы по гипсокартону. Стены готовим под покраску. Но под покраску будет у нас прихожая, коридор и кухня, совмещенная с гостиной. В комнатах будут обои. Дверь установлена, откосы заштукатурены. Мы их не готовили под покраску. Почему? Потому что здесь будет приклеен МДФ. Заходим. Справа у нас гардеробная. Здесь же будет и постелочная. Расположился щиток. И щиток электрический. И слаботочка. Будет стиральная машина. Прямо попадаем в гостиную. Гостиная, совмещенная с кухней. Вот здесь справа будет кухня. Плитка положена. Рабочая поверхность. Кухня уже заказана. И уже немножко подходят сроки. Нам осталось еще пару недель, чтобы закончить. Туалет, ванная раздельные. Плитка крупноформатная, керамогранит, глянцевый, 600 на 1200 миллиметров. В ванной комнате похожая плитка, немножко отличается по цвету. Ванна установлена, она чугунная. Есть инсталляция, их две, одна ванная, вторая в туалете. Ну и тоже двери заказаны, межкомнатные. Вот одна комната у нас побольше, здесь потолки, смотрите какие. Внутри будет подсветка по контуру, по периметру. Ну и никаких точных светильников. Такой современный вариант. Есть ниши под шторы, карнизы 1 и 2. Вот так все смотрится. Здесь пока еще такой вариант, как говорится, промежуточный. Еще будет слой шпаклевки, зачистки, грунтовка и покраска потолков. На стенах обои. Ну, вот так смотрится потолок. Мы сделали одну комнату, сейчас сделаем другую. С потолками работ немало. Только 4 слоя шпаклевки, теплохолст, заделка стыков, лента американская. Хватает. Смонтировали вентиляцию. Балконы тоже, они отделаны плиткой. Два балкона. Есть даже еще и третий открытый. И вчера подвезли ламинат и подложку. Водостойки. Современная практичность, актуальный дизайн. По полу тоже положена плитка. Сейчас она укрыта. Под мрамор, белый с такими прожилками. Ну, очень скоро покажем результат. Буквально осталось пару недель. Посмотрите, как все будет это выглядеть. Покрашенные стены. Краска тоже есть. Это у нас будет капорол. Вот это на потолок и на откосы. А еще закуплена краска на стены, тоже капорол, ну немножко другая, шелковисто-матовая. Должно все быть замечательно. Ну, потолки здесь натяжные, я уже не знаю, какой они будут конфигурации. Но все вы увидите. Ну давай сразу без лампы попробуем, да? А потом подключим лампу. Так.
такая грубая зачистка. Все равно чисто одной машиной сделать идеально не получится. Поэтому дорабатываем как по старинке, терками. Ну вообще, как бы по технологии есть такой допуск, чтобы визуально не было видно недочетов. Трещек, полосок, царапин. А лосик — это, повторю, самоконтроль. Но опять же, тут дело еще желание заказчика. Он может заплатить деньги, доплатить. Ну там, наверное, в раза 2,5. Будет дороже, и тогда можно сделать практически как под микроскоп. Бывали у нас такие заказчики, которые хотели за полцены, плюс еще с максимальной скидкой, сделать под лампу Лосева. Но, ребята, извините, хотите качество, соответственно, и платите другие деньги. Еще предстоит зачистка потолка. Это немножко посложнее. Под покраску. А вот, к примеру, обои, под обои стены, здесь такого качества не требуется. Здесь нету стеклохолста, паутинки, здесь нету финишных слоев. Грунт, два слоя старфинов, зачистка и грунтовка. Ну, тут еще предстоит зачистка. И, кстати, друзья, откосы лучше шпаклевать раза три. Ну, финиши. Два слоя, как показала практика, маловато. Третий слой — это само то. То есть два слоя старт-финиш, затем паутинка и затем три слоя финиша. Ну, это под покраску. Заказчик сам выбирает, какое ему качество надо. Ну, соответственно, и какие деньги нужно заплатить. Под простую лампу, обычную, которая не проявочную, то сейчас вам покажу. Вот сейчас мой напарник покажет. Вот простая лампа и то, что мы сейчас зачистили. Сколько это ватт у тебя? Это именно 30 ватт. 30 ватт. Видите, как смотрится? Ну, сейчас идет мерцание. Вот оно, практически ничего не видно. А вот если два слоя еще краски сделать, тогда видно не будет. Доводится вручную. Ну, конечно, мы еще будем доводить вручную. Я вам покажу потом, как это будет выглядеть. Валера говорит, лампа — это лампа маляра. Не для хозяина, не для приемщика. Только маляра. Не, ну... Варианты же есть, все зависит от денег, правильно? Можно 100 ватт. Нет, я же сейчас говорил в видео, если заплатить тройную цену, то можно сделать и под лампу Лосева. Да, но там нужно быть готовым, что будет несколько слоев дополнительной шпаклевки, затраты по материалу, но это, как говорится, опять повторяемся, кому какое качество нравится и нужно. Потолок у нас получается с внутренней ниши. Там несколько плоскостей. Все это делалось по лазерному уровню, со штанги, штатива. Ну, я думаю, в будущем, когда будут поклеены обои, будет лежать ламинат, установлены двери, особенно когда двери, а уж тем более, когда мебель еще. Просто здоровски все будет смотреться.